Всем привет! Сегодня мы будем менять батарейку на термосе с термодатчиком. Значит, нам нужно снять верхнюю металлическую крышечку паяльным феном, либо обычным, бытовым. Ну, короче, нужно прогреть вот эту вот крышечку. Ладно, прибегнем к ножу. А теперь выкручиваем крышку и давим ее вот таким вот образом, смотрите. Ну, сейчас, когда я разберу, вы все поймете. Оп! Все, она снялась. Вот, видите, как вот выглядит. Ну, все, в принципе, тут дальше разбирается. Возьмите хорошую какую-нибудь GP, чтобы меньше сюда лазить. Так, плюс получается вверху. То есть, датчик, вот смотрите, там есть отверстие. Вставляем вот так вот. Все, и он у нас. Сначала вставляем вот эту крышечку. Так, теперь вот эту вот сверху. Туго тоже вот идет. Ну все, готово. По итогу хочу вам сказать, что я термосом очень доволен. Потому что где-то 6 часов вполне держит температуру. То есть мне на поездку хватает. Поэтому могу его посоветовать к покупке. Также можете его приобрести по ссылке под видео. Я с вами прощаюсь. Всем удачи. Пока.